хорошие, сегодня мы с вами едем в карусель, как я и обещала. Многих я, конечно, уже задолбала своими влогами с магазина. Обещаю, будет разнообразие. Но вот, знаете, всегда что-то нужно купить. То купить нужно. Вот сейчас мне нужна обязательно кошачья еда. Там тоже нет акции, но я уже обещала, что мы с вами поедем. Поэтому поедем туда. Вот, посмотрим, что какие есть акции. Я считаю, что мои видео таким образом полезны, потому что девочки, которые работают. Как я уже много раз говорила, я понимаю, сейчас новые подписчики появляются, и у каждого возникает вопрос: Ли, почему ты ходишь по магазинам и редко себе что-то покупаешь? У меня уже, знаете, такой щелчок в голове, то, что я иду по магазинам не одна, как бы, а с вами. Я могу вам показать какие-то акции, может, это вам пригодится. Кто-то работает, у кого-то маленькие детки. Жду, кстати, маршрутку, надо мне ее не пропустить. Вот, и таким образом, благодаря моим видео, я прям, знаете, это может слишком громко звучить, благодаря моим видео, но кому-то они будут полезны. Поэтому я снимаю, мне очень приятно это делать. Я уже считаю это своей работой, но очень приятной работой, которая мне безумно нравится и приносит мне удовольствие от той, которой я могла бы только мечтать. Поэтому, девочки, будет разнообразие на моем канале. Я постараюсь. Я понимаю, что одни сплошные видео из магазинов, это тоже, знаете, не дело смотреть. Поэтому все будет хорошо. Я вас безумно люблю. Отличного настроения. И пойдемте вместе со мной по магазинам, а пока ждем маршрутку. Как вы помните, она у нас бесплатная. В карусель едет, поснимаю. Там фонтанчик, наверное, работает. Очень жарко на улице. Я в новых очках. Они, кстати, у меня с Ньючик, знаю, будут спрашивать. Вот, и мне они, на мой взгляд, не очень хорошо идут, но, знаете, для разнообразия пойдет. Меня всегда прикалывало, как девочки снимают себя на остановках. Я думаю, как хорошо, сейчас на остановке никого практически нет, только водители маршрутки 41, но они там своими делами заняты. Так, ждем маршрут. Кстати, на мне майка из совместных покупок. Да, я знаю, этот цвет быстренько сейчас будет видно, где я мокрая, но ничего страшного. У нас тут вечно один парень ходит, или у него просто такая походка, либо он вечно пьяный. Ладно, ждем. Наконец-таки приехали, маршрутчик опоздал, я уже думала, он без меня уехал, и фонтан сегодня не работает. Хотела вам показать, тоже очень красиво, люблю фонтаны. Сейчас покажу для тех, кто не знает, как выглядит торговый центр Олимп. Он интересно построен, как будто уходит под землю. Смотрите, кажется, что торговый центр находится под землей, потому что, видите, все этажи внизу. А тут такой один этаж, очень прикольно. Фонтанчик вот там наверху. И довольно-таки интересная композиция, но жаль, сегодня не работает. Ну что ж, давайте начнем. Смотрите, я вижу первую акцию орхидеи по 329 рублей. Отличная цена. И орхидейки такие, смотрите, целенькие, можно взять спокойно. Но я не буду... Ой, смотрите, какая вот эта шикарная, да? Вот она. Вот, смотрите, какая красавица прям. Цена отличная для орхидеи, но в такую жару я даже не буду пытаться ее покупать и тащить домой. Обалденная, мне очень нравится. Так что, девочки, вот он ценник. Пойдемте дальше. Посмотрим посуду с вами. Так, посуда, посуда. Интересная тарелочка, да, летняя, такая свеженькая. Ну и все, больше ничего интересного. Раньше у них были в восточном стиле классные тарелочки, мы их покупали. Так. Поехали дальше. Вообще нас интересует сегодня кошачья еда. Пойдемте сразу за ней, хотя у меня времени вагон. Мы еще успеем с вами кофеечку попить, это точно. И я покажу вам свой любимый наполнитель. Едем вон туда, вон там кошачья еда. Ой, смотрите, для собак какая милота. Обалдеть, стоит 95 рублей. Здесь интересные игрушки. А это как зубная щетка собачья. Класс. Расчесочки. Смотрите, как дорого стоит. Наверное, что-то очень крутое. Для, да, стри... Что это у нас?
Фурминатор. Для чего он? Наверное, чтобы придавать форму или просто расчесывать. Интересно. Одно время я постоянно покупала вот эти салфетки, потом думаю, не, ерунда. А вот эти высокие горшочки, видите, с таким... Ладно, не будем тратить время, посмотрим, на что есть акции. Так, на Феликс Perfect Fit. Вот видите, уже по ценнику намного приятнее. Либо 30 рублей, либо 27. Уже 3 рубля экономии все-таки. Мои Феликс не едят. Даже я не пробовала. Глория одно время ела, но мы перестали. Давайте. Perfect Fit вообще не едят, не хотят. Хотя, знаете, а давайте-ка мы попробуем парочку взять. Или не стоит рисковать даже. Попробуем, рискнем. Возьмем вот эту индейку в соусе. Что есть еще? Говяжечка. Индейка. Это у нас для взрослых кошечек, для стареньких. О, кролик. Кролика они давно не ели. Соус. Давайте парочку кроликов возьмем. Ну и, конечно, наберем гурмешечку. Так, возьмем говядину, как обычно. Раз, два, три. Штучек 5. Жалко, акции нету. Любительница я акций, конечно. Так, потом я возьму давайте 3 индейки. Курица им надоела. Все, больше вкусов не вижу. Посмотрим на маленькие. Маленькие какие есть. А все, больше вкусов других нет. Ну ладно. Еще скидка на брит, но мы не пробовали, какой-то он прям уж очень дорогой, 50 рублей. Смотрите, вот это обалденный корм для уличных кошек. Он и по составу нормальный на самом деле, и по цене тоже. Мы покупаем иногда маленький, но ценник вырос. Видимо, корм стал пользоваться спросом, и люди прям его сметают. Вот эту вот я пробовала своим покупать. Вообще не оценили, говорят, ты что? Ты что нам купила за гадость? Так... Вот, смотрите, кто дает кошечкам. Наши едят, сейчас я вам покажу, что наши едят. Роял, нет, не Роял, НФ они едят, это Пурина. Но здесь не продают, и посмотрите, какой высокий ценник, здесь вообще не стоит его покупать. Так, наш любимый наполнитель, вот он. Девочки спрашивали по ценнику, 170 рублей. Самый любимый, самый крутой, отлично комкуется. Вообще нет никаких к нему претензий и быть не может. Ну, я брать не буду, у нас в гараже дофига там стоит. Разные есть. А древесный мы брали. Сегодня нет его. Тоже здесь покупали. Хороший, но вот мои не полюбили его. Да, пойдемте дальше. Для собачек что у нас сегодня? Тоже брит по скидке. Purina One. Ну, и так вот по скидкам. Вот, представляете, тащить это домой. Обалдеть. Собачкам, пойдемте дальше. Акции глянем. Девчонки, мне нужно хорошее средство от тараканов. Подскажите, каким вы пользуетесь. Знаю вот этот вот Рейд, но его сложно найти. Вот эти вот пластины, оригинал. Подскажите, от соседей сверху перебежали собаки. Сейчас вот смотрю. Ловушка от тараканов 100 рублей. Попробовать, что ли? Вообще не знаю, это какой-то пипец, прям бесят эти меня тараканы, комары, еще вот на эту штуку смотрю, но ее распылять, знаете, тоже не хочется, когда кошечки дома, тем более они у нас не гуляют. Возьму вот эту ловушку, наверное, защита от тараканов. Ладно, давайте не буду брать, подскажите мне, пожалуйста, хорошую, я потом пойду и ее куплю, потому что я боюсь, что это окажется какой-нибудь ерундой. А вот смотрите, ага, все, поняла. Ладно, пойдемте смотреть дальше. А вот это что такое? Мухоловка. От тараканов мало. Мой любимый отдел косметоса. Давайте посмотрим, что тут есть, какие скидки. Ой, красота! По 79 рублей. Итак, у нас Узона лифтинг, это значит шейка. Не буду брать. Возьму увлажнение на пробу. Попробуем, потому что мне черный жемчуг не прям супер подходит. Смотрите, что есть с эффектом розы. Я первый раз такое вижу. Это что такое? Очищающая гель.
Для умывания, хорошо. Вот такие всякие штучки тоже по скидкам. Не зря мы вчера. А вот чистой линии я здесь не вижу. Вот комплимент, всякие полосочки. Вот эту я пробовала, мне понравилось, в принципе, это что у нас такое? Омолаживающая маска для лица, мне нравятся их скрабы, вот эти вот, мама вообще с них балдеет. Чувствительная кожа, девочки, возьмите, попробуйте. Так, беру эту, тестируем с вами. Смотрим еще, на что есть скидки. Смотрите, на чистую линию по 64 рубля, не помню, правда, это дешево или нет. О, какой огромный объем. Я люблю эту мицеллярку, она классная. Вот то, что рекламирует Полина Гагарина. Мне кажется, очень удобно, да, с вот этой штучкой, 299 рублей. Тоже сейчас по скидке. Брала вот эти вот витамины, мне вообще они не подошли, поэтому смотрите. Что еще интересного? Немножко белорусской косметики здесь есть. Угу. Так, вам же не видно из-за этой. Я просто сама смотрю. Вот это все хочу попробовать, но не знаю, надо мне, не надо. Напишите, кто пробовал, классно или нет. Вот это вот кайф. Кайф, девочки, пробовала. Обожаю. Но ценник я не вижу. Мне надо закончить свой с арбузиком, но я вам советую, если не пробовали, прямо от души попробуйте. И вот этот вот скраб. Это крем. Тоже крем, скраб их классный. И смотрите, здесь уже цены пониже, нежели в Перекрестке. Идемте дальше. О, сколько здесь стоит моя пудра. Вот так вот. Краска. Куча-куча всего на Тафт скидка. Ладно, пока там девушки лазят, мы здесь посмотрим. Здесь у нас все для рук. Помните, одно время рассылали блогер, мне не прислали, меня обделили. О, маска для рук. Смотрите, какой хороший ценник. Но она маленькая, девчонки. Перчатки прям малюсенькие, на руку плохо. Я хочу что-нибудь для ног, потому что... О, отлично. Вот это вот классно. Я тут тоже пробовала. Мне обе нравятся на самом деле. Смотрите. Для ножек. Надо вот что-то для ног взять. А вот есть маска носки авокадо. 69 рублей. Вот, сделаю сегодня педикюрчик до пяточки и одену эти носочки. Обалдеть. Смотрите, еще скидка на средства солнцезащитные. Смотрите, как классно. Да? Намазались после загара. Отлично. Спреи всякие. А это для смуглой и загорелой кожи уже. Не, мы только-только начнем, поэтому вот эти нам нужны. Ну, я очень хорошо отношусь к чистой линии, вы знаете, есть по отдельности, смотрите, так стоит по отдельности, а вместе, конечно же, все это бюджетнее. Так, скидка на Dove. Вот это, девчонки, полная ерунда, не берите, не верьте рекламе. Может, мне, конечно, подделка попалась, но вообще отстой. Так, средства для волос. Пантин, классно. Фрутис. Я пробовала эту серию, мне прислали на тестирование, мне понравилось, я могу от себя советовать ее. Вот эти одно время я очень любила, маленькие, удобные, это, знаете, в поездку на самом деле классно. Так, на это... А, знаете, что мне нужно? Ватные диски. Пойдемте за ватными дисками. Тут у нас на что? На Oral-B. Тут всякие скидочки, но нам нужны ватные диски с вами. У них есть обалденные, их фирма, видите, 27 рублей, но не красота ли, 120 штук. Теперь с какой-то еще и розочкой. Так, что еще тут есть? Взяли, поехали дальше. Девчонки, уже арбузы вовсю продают, но на мой взгляд еще рановато для них. Давайте посмотрим. Фрукты, овощи, значит, это у нас апельсинки по 43, всякие виноградик сейчас по акции, ну тоже, посмотрите, какой он убитый горем, да? Поехали дальше. Такой виноград, черешенка, ну она тоже какая-то уже, да? Смотрите, мухи над ней летают, вот эти я обожаю персики, клевые. Но дома персики есть, поэтому я приехала только за кормом и показать вам акции.
Смотрите, какая замечательная цена на томаты черри. Почему бы и не взять их? Мазь. А, вот почему. Видите? Нет, такие нам не нужны, разумеется. Здесь вроде бы ничего. Они абсолютно, девочки, не пахнут. Только картонка. Значит, нам они не нужны. Смотрим здесь. Что-то прям тотальная распродажа томатиков черри. Чуть-чуть не помещаемся. Люди иногда свои корзины раскидают. Ну, ничего интересного. Поехали. Йогурты смотреть. Йогурты мне всегда нужны. Значит, по 37 чудом. Биобаланс чудом. Давайте возьмем немножечко чуда моего любимого, которое вот с... Ой, с морожкой есть, девочки. Я такой даже не пробовала. Смотрим дату. Отлично, все, берем пробовать. Я обожаю морожку. Все, что я пока набрала. Поехали смотреть молочку. Все ряды потом оставим. На молочку, масло, масло. Что у нас по скидкам? Ничего интересного. Мы берем масло либо Вкуснотеево, либо из Окей. Вот это вот молочко. Помните, я говорила, обалденно вкусное. Мне нужно взять какое-нибудь... Нет, молоко здесь я не буду брать, потому что я, возможно, еще загляну на почту. Надеюсь, что приехали мои купальники. У них кефир вот этот вкусный, круглый год. Мне нравится. Ладно, выезжаем отсюда вам. Там не приехать. А еще, девочки, у них вот этот творог их фирменный обалденный, очень вкусный. У нас дома тоже лежит, но мы накупили из Магнита, там по скидке было. Но вот, девочки, очень вкусный, обратите на него внимание. Паста с курагой, ой, по 27 рублей может взять. Курага, изюм, заменителем молочного жира. Я не помню, хорошо это или плохо. Такие есть сырочки у них, видите? По ценнику, вот, по 14, это 27. Да-да. Заменитель молочного жира. Я не помню, хорошо это или плохо. Ой. Так, следующий ряд. Йогурты! Йогурты! Так, Данон, Вкуснотеево по скидке. Мне вот эти вот вообще не понравились на самом деле. Ерунда, на мой взгляд. Ну, тут опять-таки на вкус и цвет товарища нет. Здесь у нас чем? Манго, киви. Нет, надо доесть. Вы знаете, у нас такое бывает. Я накуплю, а потом они пропадают, и мы вынуждены их просто выкидывать. Очень жалко. Активия. Вот эти классные. Вот. Вот это я возьму. Термостатный груша корица. По 39 рублей парочку. По сроку 26.07. Ой, еще смотрите, домик в деревне. Это я еще не видела. Не видела, не видела. Греческий. Ладно, погнали. Мы приближаемся к отделу выпечки. Там, девочки, обалденный лимонный пирог. Мама его обожает. Если будет, сейчас я и возьму его. Но у них, конечно, красота здесь. Смотрите. Круассанчики. Внизу вкусняшки. Эклерчик. А, эклеры это, простите. Ищем наш любимый пирог лимонный. Ну, нет, нету. Сегодня тоже очень жаль. Они почему-то перестали его делать. Сверху такие вкусняшечки. Смотрите, выгодные акции на приправу Маги. Я, как говорила, я против нее, но те, которые в пакетиках, я и периодически беру. Хочу взять немножечко для запекания в духовке. Мне нравится. Вот, к примеру, смотрите, цыпленок ТБК, почему бы и не взять. Единственное, надо посмотреть по сроку годности. До января 2019 года. Значит, новый пакет. Давайте попробуем. Есть еще с карри. Тоже возьмем с карри, почему бы и нет. Тоже, опять-таки, по сроку годности. Часто бывает, что я про них забываю и потом выкидываю. Ага, есть. Нет, вот, с чесночком, с паприкой есть. С травами, но на нее скидки нет. Так, чеснок. Давайте возьмем чесночок. Очень вкусно получается. С паприкой тоже возьму. Так, по сроку. Все отлично. Берем три штучки. Жарко из мяса и картофеля.
Вот так, говорю, что мне ничего не надо, но всегда все надо. Давайте посмотрим по специям сегодня, что у нас есть. Мне всегда нужен укроп. Я обожаю укропчик для заготовок. У них очень вкусный укроп именно собственного производства, кстати. Красный перец не вижу. Ладно, поехали дальше. А, из масел. Вот эта фирма обалденная. У них оливковое масло. Я взяла другое. По-моему, вот этой фирмы я взяла. Мне оно не нравится, девочки. Еще взяла большую упаковку. Жаль. Вот. Вот эта вкусняшечка. Поехали дальше. Говорила, тут капец как душно. А мне еще минут 10 до маршрутки, они именно ходят отсюда по нормальному расписанию, а вот у нас надо долго ждать. Надеюсь, меня слышно, я камеру уже засунула. О, как-то много народу. Вот видите, снимаю снизу сразу такие щеки, снимаю нормально и сразу хорошенькая. Ладно, пойдемте, надо ждать маршрутку. Ехать домой, сделаем с вами какую-нибудь маску на ножки, на лицо все налепим. Девчоночки, я уже дома и хочу сразу же вместе с вами протестировать маску от черного жемчуга. Как вы помните, там было несколько вариантов. Я выбрала себе на увлажнение, макияж я уже смыла. Сейчас с вами все и проверим, что нам обещает производитель. Доказанная эффективность написано. Увлажняет, питает с первой секунды, снимает следы усталости и стресса. Вот как раз у меня, да, сейчас кожа очищенная, надо ее теперь напитать. Придает коже сияние и свежесть, улучшает тон и рельеф. Кожа нежная и бархатистая. Значит, мы ее должны нанести на 15-20 минут после того, как снимаем массажными движениями, распределяем остатки сыворотки по коже лица. Она у нас не требует смывания. Это очень хорошо для достижения лучшего эффекта. Рекомендуется проводить процедуру 1-2 раза в неделю. Я люблю вообще такие тканевые маски использовать перед сном, чтобы нанесла, потом все это впиталось и заснула. До утра все отлично держится. Но опять-таки не все маски комфортные. Многие оставляют такую прям липкость конкретную на лице. Давайте я вам вот так приближу, чтобы вы сами могли прочитать то, что вам интересно. Там поставите на стоп, состав, не состав и так далее. Давайте наносить. Вообще, что я заметила? Я теперь умываю лицо дважды, то есть проснулась, вначале смыла весь вот этот кожный жир и так далее, и еще раз умылась, и лицо становится гораздо чище, поры уже, и как-то действительно кожа меняется, поэтому, девочки, попробуйте дважды. Я теперь и тоником дважды лицо протираю, проверяю, как и что это работает. Если я смываю косметику, я всегда повторяю дважды, да, смыла, и еще раз, чтобы очистить. Ну, как-то это работает на ура, либо умывашка классная, вот, от магазина Frati Shop, которая Прованс. Ну, я скоро об этой линейке вам расскажу. Я ею прям активно пользуюсь, и мне действительно нравится. Так, давайте посмотрим на лекало и достаточно ли здесь жидкости. Она какая-то такая необычная. Жидкость там прям чуть-чуть. Это водичка водичкой. Давайте наносите 15-20 минут, балдеть. Я пока пришла, пока умылась, разложила покупки. Все покупки вы видели, я вместе с вами, да, их делала, поэтому я не стала вам показывать по чеку. У меня получилось 750 рублей, насколько я помню, покупок немного. Покормила кошечек Perfect Fit, им понравилось. Слушайте, надо, придется опять съездить, пока такая акция, купить еще. Довольно-таки неплохое лекало, должно хватить. Иногда, знаете, так бывает, что маленькая
все, неудобно. Пахнет приятно. Вот здесь можно побольше, поменьше сделать пространство. Хорошо ложится. Ну, на мой взгляд, легла хорошо, но она не прилегает так, как мне хочется, знаете, на 100%. Маска от Etude House корейская, там прям тонюсенькая, она прям вот облегает лицо, и все. Ну, сейчас мы пойдем ляжем на шейку. Все, увидимся с вами через 20 минут. Это у меня будет, а у вас через секундочку. Знаете, что я хочу сказать? Маска сейчас, ну, на 50% точно стала менее мокрая. Комфортно в ней лежать. Единственное, вот этот вырез между носом и губой большой очень. Постоянно прям дышишь на нее, надо ее подворачивать. Но давайте распределим, как советует производитель в качестве сыворотки на лицо. Есть сейчас легкое ощущение липкости, но у меня и после чистой линии то же самое было. Нужно немножечко подождать, и я вам точно скажу, оставляет ли эта маска липкое ощущение или нет. Я сейчас такая сонная, на самом деле, я за эти 20 минут чуть не уснула. Знаете, так хорошо, прохладненько, тихо, удобно. Мне, в принципе, по ощущениям сейчас маска нравится, ну и тем более она была холодная, прям вот такой легкий лифтинг эффект. На шею вот эта вот сыворотка прям вообще очень быстро впиталась. Ну, не знаю даже, что сказать, что лучше, черный жемчуг или чистая линия. Обе хорошие маски. Сейчас единственное, я немножко подожду и проверим по ощущениям липкости. Там где-то через минуту липкость прошла, здесь пока еще присутствует, ну посмотрим. Все, теперь нам остается только маска для ног. Хочу пемзочкой ножки, да, там зачистить стопы, нанести эту маску, полежать, сколько в ней надо, 20-30 минут. Вообще такие носочки, я знаю, на дольше оставляют, если мне сейчас лень не будет, потому что реально такое, знаете, сонное состояние, хорошо расслабилось, то обязательно ее сделаю. Ну что ж, мои хорошие, я уже заранее, наверное, буду с вами прощаться. Не знаю, буду ли показывать что-то еще сегодня или нет. Как всегда, спасибо, что вы остаетесь со мной, что вы смотрите мои видео, оставляете комментарии, ставите пальчик вверх. Если вы случайно наткнулись на мой канал и я вам понравилась, то обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду стараться радовать вас новыми. Кстати, сейчас в Instagram в сторис проходит опрос. Ну, ваши предложения, что бы вы хотели видеть на моем канале. Хотите, оставьте здесь под видео, чтобы я понимала, что вам интересней. Да, я поняла, что маникюр, тоже об этом не нужно забывать. Кстати, белый маникюр, это, конечно, очень красиво, но я делала себе педикюр и немножечко счесала у себя гель-лак здесь. Это какой-то кошмар, знаете, вот там вот, где счесана пилкой грубой, то все, там прям вот все, надо постоянно протирать этот палец, иначе, там, не знаю, тронула там ягоды какие-то, все, здесь это остается и довольно-таки сложновато, только влажной салфеткой надо оттирать. Поэтому довольно-таки капризный белый маникюр. Хочу переделать на такой же, как и педикюр, но жду фрезы. Фрезы для снятия у меня есть красненькая керамическая, теперь я для себя выбрала синюю. Синяя, она идет более жесткая, и ею, когда вы уже уверенно пользуетесь, быстрее снимаете, так как там грубый абразив, то есть она быстрее счищает, нежели красную. Но для новичков, конечно же, исключительно красную, иначе можно себе пропилить. Я пропиливала хорошо, не до мяса, у меня прям была такая выемка, поэтому будьте очень-очень осторожны. Ну что ж, я болтаю специально, чтобы проверить по липкости. Все, липкость прошла точно так же, как и у чистой линии. Да, путаю, черный жемчуг, чистая линия. Ну, теперь точно все. Спасибо, что вы остаетесь со мной. И увидимся, наверное, завтра или уже послезавтра. Пока-пока!